Привет, привет, друзья мои. Начинается интересный футбол. Лиги все подзатихли. Сегодня понедельник, я записываю на 22 сентября этот видосик. Почему? Потому что стартует у нас Лига наций, друзья мои. Интересные матчи будут. Там 21-го есть Шотландия, Украина. Я не стал заходить, что-то не нравится мне ни одни, ни другие. Поэтому я решил заиграть 22 сентября. Бельгия против... Что, друзья, не знаете, где ставить, да? Проблема сейчас с Мелбет. Проблема в том, что Мелбет официальный российский. У него это не проблема. Они просто переоборудовывают, переделывают свой интерфейс. Там делают новые условия. Стараются для всех нас, для вас, для нас, для игроков, чтобы было еще лучше. И это продлится в течение 2 недель. Что же делать? Есть вариант, друзья мои. Он всегда был, вы, может быть, его не слышали, но я вам напомню о нем. Есть отличная офшорная БК Мелбет, которая давным-давно работала и работает, и мы в ней ставили всегда. При регистрации по промокоду FrontBet вы получаете до 10 400 рублей на первый бонусный депозит. Также отличная мощная БК 1win, которая утраивает ваш первый депозит по нашему промокоду, специально для вас выбитому мною лично от этой БК для своих подписчиков WinFB. Промокоды, все ссылочки рабочие найдете в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Пока эти 2 недели будем играть на вот этих двух классных, сочных, красочных. Скачивайте приложение, все удобно, все быстро, куча всяких событий, угловые, тоталы, нуту, интервальные, там фолы, не фолы, ну все есть. БК Мелбет офшор, и он идет и для России, и для стран СНГ, для всех. И классная, крутая, мощная, обязательно зарегистрируйтесь по промокоду WinFB, BK1Win. Поехали дальше. Друзья мои, по поводу нашего телеграм-канала, зайдите, посмотрите, у нас там сумасшедшая серия побед в лайве, также больше прогнозов именно там, экспрессики я туда выкладываю, когда интересные матчи и так далее и тому подобное, все поднимают, у нас там больше 10 тысяч подписчиков, уже ссылочка в описании под этим видео, обязательно переходи, если ты хочешь поднимать вместе с нами. По поводу матча Бельгия-Уэльс, друзья мои, я знаю, какая сборная Бельгии, я не знаю, почему здесь не ставят, не на полную, так сказать, уверены буки в победе Бельгии. Возможно, это какой-то капкан для игроков, но я все-таки рискну и зайду на то, что Бельгия победит в этом матче за 1.43 и Бельгия победит в этом матче с форой минус 1. Почему? Потому что, ну, не тот уровень у Уэльса, чтобы соперничать с Бельгией, я бы так вкратце сказал. Мы знаем, какие классные звезды, футболисты, какие играют в Бельгии, да? Почему бы не обыграть этот Уэльс и хотя бы в один, а то и в два мяча. Вот такие мои мнения на фору минус 1 на Бельгию дают уже 1.68. Очень интересный, такой, я бы сказал, даже вкусный кэф. Почему бы его не забрать? Оставайтесь с нами, играйте с головой.